Снова здравствуйте, дорогие мои. Снова с вами я, Михаил, канал «Кардавый блогер». Вы, скорее всего, заметили уже видео, которое не совсем относится к распаковкам. Это будет раздел о жизни отдельного района, да, в котором я живу. И он не совсем развлекательный, он более информационный и подходит, ну, не для всех подряд, да, а для моих соседей больше. Поэтому, ну, вот, если вам чем живет, да, отдельный кусок Москвы неинтересно, ну, вы видите видео, да, там называется что-то там про поселение Внуковское, ну, не залезайте туда, да и не будете тратить свое время. Так, где-то мой нож. Нож есть, камера есть, все нашлось, посылки есть, я до безобразия счастлив. Давайте распаковывать. Так, ну, я понюхал, запаха страшного какого-то нету, да, есть вязаная шапка с бородой. Значит, для чего нужна эта шапка? Причем борода у нас, ну, видите, отстегивается, да, то есть абсолютно без проблем ее можно отстегнуть, можно пристегнуть обратно. Стоит она каких-то вполне земных денег. Насколько она весело выглядит, ну, я думаю, припилю я сейчас пару фотографий к этому видео, вы сможете посмотреть. Ну, думаю, вы посмотрели, оценили, насколько это весело, насколько хорошо. Ну, не совсем, наверное, это подходит для вот именно носки, да, то есть у меня есть еще одна вязаная шапка, которую, я подозреваю, надо будет одевать ребенку, и она будет веселой, да, и он в ней будет ходить, ну, то есть как бы надел, вроде весело, ходит, тепло, ну, и заодно оригинально подбородок, ну, почему бы нет, борода защищает, все прикольно, все хорошо. Так, давайте дальше посмотрим. Значит, пишет продавец, пытается написать по-русски, в принципе, да, видно, по большому счету практически у него это получилось. Значит, прислал он что? Вот эта взрывная карамель, то есть вы ее засыпаете в рот, и она у вас там тух-тух-тух, ну, такая щелкает, да, прям такая взрывается прикольно. А причем мне вот очень интересно, вот этот вот значок я достаточно часто вижу на продуктах, которые можно употреблять в пищу. Вот если кто-то вдруг случайно знает, что он означает, ну, будьте любезны, поделитесь со мной этой информацией. Может быть, фирма, может быть, не фирма. Вот опять этот же значок здесь. Так, ну, давайте попробуем предметнее открыть это дело. Так, ну, видите, здесь идет предупреждение, детям до 3 лет нельзя. Ну, в принципе, логично, могут поперхнуться, подавиться и все такое. Ну да, как и предполагалось, ничего прям вот шибко удивительного, да, там здесь нету, это простой леденец. Вы знаете, он даже немножко засахарился, но у него есть какая особенность. Эта палочка, как вот рыбаки используют для ночной рыбалки, стикер. То есть вот мы его щелкаем, после чего он начинает светиться. Так вот будет видно, нет? В принципе, видно, да, то, что он зеленым подсвечивает. Там начинается химическая реакция. Сейчас он так посильнее вступит в химическую реакцию, и вот таким вот цветом он будет светиться. То есть, если там идет какая-то вечеринка, да, то вот с таким леденцом ребенок может произвести там некий фурор, вполне возможно. Стоит недорого, в принципе, там ребенка побаловать, ну, почему бы нет, по большому-то счету. Вы знаете, я подозреваю то, что я сейчас вот это видео с конфетками, да, и вот этой посылкой, и вот этой засуну все это дело, наверное, в одно. Не знаю,
Для детей это, скорее всего, подходит. Значит, не знаю, насколько точная данная линейка, ну, она в сантиметрах, в принципе, это можно будет проверить, выглядит следующим образом. Это что-то такое, пластик, не пластик, а, значит, в форме ружья или автомата, дробовика, как правильно сказать, не знаю. Да, ну, вот так вот, пыу-пыу-пыу, ребенок может с ней играться. Ну, такая вот линейка, как игрушка, почему бы нет. Я заказывал уже у этого продавца такие слюнявки. Еще раз, на всякий случай, да, понюхал, запаха никакого криминального нету, да, что она из себя представляет. Здесь у нас есть две кнопки, в зависимости от шеи ребенка, можно потуже, либо посвободнее. Она сразу, ну, как двойная, да, то есть вот. И в форме, не знаю, как это, галстук, что ли, не галстук, то есть вот здесь вот мы застегиваем, да, это выглядит вот так. А не столько для от еды, как полноценный слюнявщик, сколько, вот знаете, ну, вот зубы растут у ребенка, вот он прям ходит весь слюнявый, и одежда у него начинает мокнуть в этом месте. Да, можно раз для этого использовать. Ну, при еде, опять же, тоже можно использовать, без проблем стирается, есть абсолютно разные расцветки. Ну, я думаю, сейчас к этому видео добавлю фотографии. То есть, вот, надеюсь, я эти фотографии добавил, вы их увидели. Вот, а так вот выглядит эта слюнявка на ребенке. Ну, вещь очень даже, ну, смело рекомендую. Взял на пробу плетенка. Ну, вы знаете, упаковка выглядит, ну, достаточно неплохо. Заявляется как 100 метров 0,2 толщины. И может выдержать рыбу до 9 килограмм. Плетенку заказывал, цвет, да, сходится. Единственное, вы знаете, да нету здесь 100 метров. Видите, вот толщина какая. Прям вот даже не знаю, то ли это перезамерить, то ли что вообще с этим делать. Я вот, ребят, ну не знаю, ну какие здесь 100 метров. Ну, конечно, понимаю, что она тонкая, но 100 метрами, по-моему, здесь не пахнет. Вот прям вот напишите, что мне делать. Спорить с продавцом на эту тему или плюнуть да забыть. Вроде как недорого она стоит. Кстати, если помните, да, вот рыболовная причиндала, в том числе вот мне было интересно, как они будут резать плетенку. Ай, что ж такое. Ну, знаете, великолепно кусают они плетенку, а вот этой частью можно разгибать грузы, ну, там, некоторые другие вещи делать. Очень такой полезный инструмент, на самом деле, в чемодане рыбака. Вот здесь вот прям вот... Да нет, нету здесь 100 метров. Ну, куда? Она 0,2, 100 метров. Это... В общем, кругом обман. Кругом обман. Ну, при этом, наверное, надо замерять все-таки. Ну, вот примерно вот так вот все ужасно пришло. Да, то есть, вот так быть явно не должно, но так вот оно, к сожалению, еще и вот здесь, видите, дополнительно помялось. Если в этом вина продавца... Ну, сделал все, что мог. Он положил вовнутрь валик. Как тебя тут подцепить-то? Что он еще мог сделать? Как он мог защитить свою посылку? Бедный вот валик. Видите, во что превратился. Достаточно... Хорошо сделано, да, то есть вот так вот она должна выглядеть в интерьере. Неплохо все это дело выглядит. Мятость, вы знаете, ну, с одной стороны мята, с другой стороны все это дело разгладится. То есть, в принципе, это прям вот такого архикриминального, учитывая, что это наклейка, нету.
была бы она единым целым, да, конечно, было бы совсем ужасно. Но вот, к сожалению, вот так бывает, далеко не всегда хорошо приходит. Хотя вот, например, судя по всему, тоже посылка с наклейкой. И смотрите, она в идеальном состоянии дошла, абсолютно никаких повреждений я тут не вижу. Это уже цельная наклейка, то есть вот она вот таким вот полноценным куском должна наклеиваться. То есть здесь все машинки из Radiator Springs и дополнительно еще, смотрю, там самолетики добавляются. Ну, достаточно веселая наклейка, если я наклею раньше, чем, да, выложу видео, вы сейчас увидите картинку, как это выглядит у меня где-то в интерьере. У меня теперь этих палочек китайских безумное количество. Значит, мне очень нравится этот продавец. У него есть стекла, по-моему, не буду называть марки, да, там достаточно большое количество разнообразных телефонов. То есть у меня сейчас, например, идут некоторые новые телефоны, которые у меня до этого не участвовали в распаковке. И на них точно так же от этого продавца я заказываю стекла. Стекла доходят по-разному. Бывают, долетают быстро, бывают, где-то задерживаются. Ну, это логистика почты. А в комплекте идут тряпочка, влажная салфетка спиртовая и поглотители пыли. Все это дело в розничной упаковке и, в моем случае, зачастую вместе с китайскими палками. Обязательно загляните к этому продавцу, если вам нужно стекло на телефон. А стекла у него, как правило, стоят где-то там в районе 140 рублей. Это вполне понятные деньги. Кстати, есть у меня теперь новая услуга. Вот телефоны, которые приходят ко мне, да, в точности это Asus Zenfone Max, Blackview A8, да, на данный момент новый Vibeshot. Вот три статичные модели, плюс сейчас дополнительно будет все это дело расширяться, я могу вам их выслать с отправкой из Москвы почтой России по цене продавца. То есть дополнительно вы платите только стоимость доставки. Доставка, ну, на ваш выбор. Хотите, курьерская будет EMS, это где-то там, ну, в пределах 700 рублей максимум, да, с доставкой к вам домой, если у Почты России в вашем регионе есть. Ну, либо там простая доставка. Вот сейчас в Орск, город Орск, ушел телефон, туда там доставка стоит где-то в районе там 300 рублей. Вполне земные деньги. Не хотите долго ждать и иметь возможность потери посылки, да, без проблем, стучитесь ко мне в ВКонтакте, ну и, собственно говоря, мы с вами договоримся. А если у вас что-то интересное пришло и вам не сложно, ну, будьте любезны, зайдите в группу ВКонтакте, поделитесь, оставьте отзыв о том, что вам пришло. Причем отзыв, да, негативный, ну, тоже без проблем, ребята. Хотите поругаться на продавца какого-то, зайдите, поругайтесь. На какую-то вещь, ну, зайдите, поругайтесь. Хотите порадоваться, ну, зайдите, скажите, вот классный продавец прислал классную вещь, дошло быстро, там вот сидит великолепно. Буду рад. Значит, за сим видео заканчивается. Всем удачных покупок, быстрой доставки. До скорых встреч.